Кэссиди Бэй играет с Кевином Гамиро, но опять Вёрджил ван Дейк сегодня практически не проигрывает борьбу, казалось бы, значительно более шустрым, невысоким французским нападающим. Да, пока ван Дейк безупречен, но вот здесь хорош Кассельни, Пайет, эта ошибка может дорого обойтись, удар, и пожалуйста. Я сказал, что эта ошибка может дорого обойтись, но посмотрите, реакция Поля Погба. Посмотрите, да, да, это я самый дорогой игрок мира. Да, я вот так могу стрельнуть, и но Мартин это, Стекеленбург это большой пример. Говорит о том, что это Стекеленбург свободный агент, а не о том, что Поль Погба самый дорогой игрок в мире. Ну вот это ошибка Джеффри Брумы, и хорош Кассельни, перехват, поедет дальше на Поля Погба. Ну до ворот сколько, метров 50, наверное, да, из Парижа бил, по-моему, сейчас. Просто через Ла-Манш, по воротам Поль Погба. Даже особо не стал встречать его Кевин Стротман, понимая, что ну до ворот столько метров, но Стекеленбург все прекрасно видел. И мяч, конечно, неприятно для вратаря немножечко уходить.